Традиционный музыкальный фестиваль «Артиссимо», проводимый фондом Германа Брауна, вскоре начнет свой пятый сезон. На борту теплохода «Романтика» его программу журналистам представила директор фонда, душа всех его начинаний, Инна Давыдова. Концерты фестиваля пройдут в любимом публикой зале «Дзинтери» при поддержке Юрманской думы и агентства по развитию туризма «Лиф Рига». Автомобили звездам музыкального небосклона предоставит компания Porsche. Фестиваль в очередной раз обещает стать подлинным праздником искусства, в котором примут участие музыканты с мировыми именами. Фонд Германа Брауна приглашает уже на пятый международный музыкальный фестиваль «Артиссимо», который в этом году пройдет в Юрмале в двух сериях. Первая начнется 3 июля и продлится до 5 июля, а вторая в августе 23 и 24. Мы приглашаем вас на открытие фестиваля 3 июля, где вместе с замечательным коллективом, Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением маэстро Сладковского будет выступать мировая звезда, скрипач Вадим Репин. Это огромное событие для всех нас, исключительный случай услышать Вадима Репина вживую. Он никогда не был в Латвии, в свободной Латвии, поскольку был здесь только подростком, а это было 30 лет назад. И в его исполнении мы услышим второй концерт Прокофьева, а вместе с оркестром мы сможем погрузиться в музыку и Прокофьева, и Рахманинова. Во втором отделении прозвучит Рахманиновская вторая симфония. Второй концерт этого же оркестра состоится спустя два дня, 5 июля, но совсем в другом жанре. Это будет вечер классической оперетты, где вместе с симфоническим оркестром под управлением маэстро Сладковского выступят блистательные московские оперные звезды и звезда Латвийской национальной оперы Санора Вайце. Вас ждет встреча и с Сильвой, и с Марицей, и с Цыганским бароном, и с многими другими с самого детства нам знакомыми персонажами знаменитых опер Лигара, Штрауса и Кальмана. Между этими двумя концертами два совершенно других. Один пройдет 4 июля в Малом зале Дзинтери в 6 часов вечера. 25 лет творческого союза моего и замечательной певицы, звезды Большого театра, меццо-сопрано Ирины Долженко. Мы представим вам программу из романсов Глинки и Рахманинова, а во втором отделении прозвучат старинные русские романсы. А после этого в 8 вечера на сцене Большого зала Дзинтери ансамбль японских барабанщиков Taiko Drummers вместе со своим бессменным руководителем, легендарным ударником Джоджи Хирота. Вы погрузитесь в мир Востока, в мир мистических звучаний ударных инструментов. Это совсем новые впечатления, и я уверяю вас, что вы, несмотря на позднее время, выйдете с этого концерта полными новой позитивной энергии. Наш фестиваль продолжится в августе, 23 августа, на сцене Большого зала Дзинтери всемирно известный ансамбль «Еношка» из Вены. Эти музыканты полюбились нашим слушателям в рамках зимнего фестиваля. Я приглашала их в Ригу, и по многочисленным просьбам именно наших зрителей мы пригласили «Еношку» к нам второй раз, теперь уже на летний фестиваль «Концертный зал Дзинтери», где 23 августа в их исполнении мы услышим их вариации и фантазии на темы от классической музыки до джаза. А 24 августа в Большом зале Дзинтери закрытие нашего пятого международного фестиваля «Артиссимо», и мы услышим и увидим роскошное, легендарное американское шоу. У нас в гостях 15 музыкантов, составляющих группу «The Original Blues Brothers Band». Мы услышим с вами и блюз, и джаз, и рок-н-ролл. И все это в одном концерте, который представляет легендарная группа из Чикаго. Приятных вам музыкальных впечатлений. Мы ждем вас на всех концертах фестиваля. Мы постарались составить такую программу, чтобы каждый из вас нашел что-то близкое для своего сердца, а также открыл бы что-то новое. Поэтому от классической музыки до джаза и до японских барабанщиков. Ждем вас в концертном зале Дзинтери с 3 по 5 июля и 23 и 24 августа. До встречи!